Октябрьская библиотека номер 2 имени Николая Жернакова представляет видеопрезентацию «Простые звуки Родины моей» Ольга Фокина. Ольга Александровна Фокина родилась 2 сентября 1937 года в деревне Артемьевской Верхнетоемского района Архангельской области в крестьянской семье. Отец ее погиб на войне. Многодетной семье, лишившейся кормильца, довелось хлебнуть лихо, и на протяжении всего своего творческого пути Ольга Фокина вновь и вновь возвращается памятью в детство, создавая произведения, повествующие о бедах и радостях военной и послевоенной северной деревни. А сколько замечательных стихов посвятила поэтесса своей матери, прожившей тяжелую в трудах и заботах жизнь. Она окончила школу семилетку, затем Архангельское медицинское училище. Вернувшись на родину, работала фельдшером в поселке Ягрыш. В это время, в середине 1950-х годов, на страницах архангельских газет и в альманахе «Север» публикуются первые стихотворения начинающей поэтессы. В 1962 году Фокина окончила литературный институт имени Горького. Дипломной работой ее стал поэтический сборник «Сыр-бор», вышедший в Москве в 1963 году. Открывавшая эту книгу предисловие Бориса Шергина стало добрым напутствием талантливой землячки. Стихи Ольги Фокиной – это весенний цвет. Должно ждать творческого лета, доброплодного, ягодного. Прозорливо утверждал Борис Шергин. И оказался прав. В 1960-70-х годах сборники Фокиной выходят один за другим. «Реченька», «А за лесом что?», «Аленушка», «Островок» и «Стихи». «Самый светлый дом», «Избранная лирика», «Маков день», «Камешник», «От имени серпа», «Буду стеблем», «Полудница». За сборник «Маков день», выпущенный Северо-Западным книжным издательством, Фокина была удостоена государственной премии РСФСР. «Кость дожила, оно и сила», так говаривали не раз. «Все, кто видел, как ты косила, как не косят уже сейчас». Вышибавшая из покоса жёг парней, краснокровных баб. Бледноватой была, не рослой. Да не каждый, кто худ, тот слаб. Уважали твою работу, не обидели трудоднём. И в президиуме почётном посидела ты не в одном. Горячо, истово любит Ольга Фокина природу севера. Как проникновенно она пишет о ней. Сильнее не ведаю власти, чем власть материнской земли. Березы мне света не застят, не носят тоски журавли. Не верю, что вся современность в романтике сверхскоростей. Храню откровенную верность раздольности русских полей. Автору произведений надо идти к читателю только со светлыми мыслями. Ну вот наказ самой себе, например, такое стихотворение, которое нигде не публиковалось, никто не слышал, не до конца. «На заскребышах души, друже, вирши не пиши, не верши, дай страдалице душе отдохнуть, похорошеть, и, в общем, потом уже только в мир и к людям». А не выплескивать страдания на страдающий народ. Устранение цензуры, которая существовала в советские времена, я считаю, что и редактуры, я считаю, что это большой минус, потому что в прежнее время низкопробные произведения в печать не пропускались. Сейчас общая доступность, если есть деньги, шел напечатал, идешь, продаешь, это очень снизило качество литературы, безусловно, наряду с достойными произведениями рекламируются и пропагандируются совершенно никчемные, пустые произведения. И поэтому вот авторитет литературы, по крайней мере, вот я имею в виду поэзию, он значительно упал. Я думаю, что во все времена были любители чтения и были нелюбители чтения.
то, что сейчас у молодежи слишком много отвлекающих от книги моментов, это факт. Это они, конечно, утопают в интернете, но приходит время, когда ребята понимают, что такое хорошо и что такое плохо. Если к писателям поэтому не будет особое отношение, то пусть тогда государство пеняет на себя, если в обществе будут расти негативные явления, потому что духовная жизнь и материальная жизнь, они все-таки друг от друга отличаются. И нужна все-таки атмосфера для того, чтобы писатель писал. Нужна все-таки атмосфера, которая побуждает. С будущим мужем, прозаиком Александром Чурбановым, Ольга Фокина познакомилась во время учебы в литературном институте. При заключении брака в ЗАГСе они, как творческие люди, не меняли свои фамилии. Супруги вместе переехали в Вологду. В браке родилась дочь Инга и сын Александр. Инге досталась фамилия отца, а ее брат стал Фокиным. Дочь пошла по стопам родителей, что неудивительно. С детства она была вхожа в литературные круги. Инга Чурбанова окончила филологический факультет Вологодского пединститута и аспирантуру. Пишет лирические стихи. Интонации поэтессы безукоризнены. Кажется, что ее устами говорит и поет сама северная природа, сама русская земля. И неудивительно, что такие ее стихотворения, как «Насмотрись, зорька, в реченьку», «Здравствуй, речка, паленька», «Песни у людей разные», стали песнями. Широкую известность получила песня «Звездочка моя ясная», также созданная на стихи Ольги Фокиной. Музыку к ней написал композитор Владимир Семенов. Песня стала визитной карточкой «Виа цветы». Людей разные, а моя одна на века. Звездочка моя ясная, как ты от меня далека. Поздно мы с тобой поняли, что тебя трогает, хочет от меня закрыть. Чистая моя строгая, как же я хочу рядом быть. Поздно мы с тобой поняли, что вдвоем тебя я не Бог, крылья говорят мне те, мне нельзя к тебе на небо. Что жить?
хронику, а не то, что жить на земле. Лирическая героиня Фокиной сочетает в себе качества, изначально присущие характеру русской женщины. Способность любить и сострадать, милосердие и нежность, и вместе с тем стойкость, силу духа, решительность и твердость характера. Стихотворение про сломленную березу уже связывается Фокиной с собственной судьбой. Здесь, кажется, впервые драматическая нота окрашивает личную судьбу лирической героини уже в зрелом возрасте. Я обнимаю пенек руками, я припадаю к пеньку губами. Я пью, как брагу, скрывая слезы, родную влагу родной березы. Я знаю горе, я горю внемлю. Живи же, корень, я буду стеблем. Через все творчество Ольга Фокина пронесла живую, нетленную любовь к северу, к родному очагу. Вот как ласково с интонациями народной речи говорит Ольга Фокина о своей милой родине. «Попахни, черемушка, родимой сторонушкой, лежалой соломушкой, шершавой коровушкой, метеною улочкой, осевшим крылечиком, прошедшим и будущим, теплом человеческим».